Хочется разогнать. Большое спасибо. Добрый день, дорогие наши гости и даже хозяева. Хайрликен, Харматли, Газис Милентешлерпис. Мы с большим удовольствием сегодня приехали с концертом в замечательный город Домодедово. И хотим поблагодарить вас, что вы откликнулись даже в такой день рабочий и пришли. Аплодисменты вам! Спасибо, этот наш юбилейный тур, мы очень много ездим, наш ансамбль «Медина», это Альфия Юсупова, Нурия Мухамеджанова, Зульфия Халилова, я, заслуженная артистка России и Татарстана, Найля Фатехова, очень много гастролируем. И по странам арабским, и по Татарстану, и по России. И мы очень рады, что в этом году мы посетили города Московской области, наши любимые, потому что здесь живут замечательные люди. И в такое нелегкое время для межконфессиональный мир и межнациональный мир должен быть, это в первую очередь мы должны стремиться сохранить этот мир. И вот как сказал уже Феликс Эфенди, что строятся мечети. Мы очень рады, что совсем недавно в Московской области, в городе Старой Купавне, тоже открылась мечеть. Наша московская мечеть, на открытии мы ее тоже пели. И этот наш тур тоже организован Духовным управлением мусульман Московской области и правительством Московской области. Благодарим их за это. Вот за такое прекрасное отношение к нам. И хотим исполнить песню, посвящаем этому событию. Она наша любимая. Я написала ее на слова народные. Монара. Минарет.
Мунаджаты. Иосиф Давидович Кобзон называет нас мусульманским хором. Мы представляем мусульманскую духовную культуру. Очень часто выступаем на православных праздниках, на иудейских праздниках нас приглашают. И вот что приятно, мы бываем часто в арабских странах. В Иордании, когда мы были, там нас посольство говорило, что вот никак не обращает на нас внимание, на Россию, вот местные СМИ. И вот мы своим выступлением, россиянки, вот татарки приехали, и зал переполнился, был аншлаг. То есть наш посол Иордании, России в Иордании сказал, вы делаете гораздо больше, чем дипломаты, потому что наша культура России, она очень богата. И вот мы одни из, наверное, единственные в России представители именно нашей мусульманской культуры. Обыкновенные татарские женщины. Аллах Ашкер. И в других странах у них и нет другого жанра. И когда мы исполняем эти совершенно прекрасные произведения, они вместе с нами и аплодируют, и поют. Хотя вот в нашей стране считается, что под мусульманские песнопения надо как-то вести себя скромно. Можно танцевать, можно с нами вместе двигаться и подпевать. Ассаляту аля наби. Начинают какое-то дело, всегда начинают со слов обращения к Всевышнему. Ну и мы тоже.
По-арабски это звучит «Бисмилляхи рахмян и рахим» – «Во имя Всевышнего, Милостивого и Милосердного». Означает это в переводе «Бисмилляхи рахмян и рахим». Пост-Рамадан, и праздник мы уже будем отмечать в июне. Но нас здесь не будет во время концерта, но мы вас все равно поздравляем с будущим праздником всех мусульман и хотим исполнить песню, которая так и называется «Ураза Байрам», которая отмечается в конце поста месяца Рамадан. Oh,
еще одно произведение, которое с удовольствием слушают мусульмане и народы других стран. Просто о нас, о женщинах. Альхамдулилля. Слава Богу, что все хорошо. И главное, чтобы не было войны, был мир на земле. Объявлен конкурс. А мне стоечку поставьте, пожалуйста, Вячеслав. А пока я буду рассказывать, мы сочинили песню о нашем Подмосковье на слова нашего земляка, тоже он в Подмосковье живет, в Московской области, Афиатуллы Кучушева. Песню о Московской области. Дело в том, что сама я проработала больше 20 лет в Московской областной филармонии, так что Московская область — это моя родная, и получила звание за выступление. Тебя не мыслим без Москвы.
пригласить на сцену заместителя председателя Татарского национального областного центра Феликса Джамалиева. Но сегодня он будет петь, поэтому аплодисменты даже в три раза больше. Феликс, ваше выступление. Еще раз здравствуйте. А мы пойдем, Дмитриевич, с вашего позволения. Мы для вас проводим много мероприятий. Мероприятий общественных мероприятий, областного значения, районного значения. И хочется, чтобы эти мероприятия посещали больше людей. Потому что такие мероприятия сеют в душах добро. Только добро. И я, наверное, сейчас спою песню, которая говорит о том, что мы все должны засыпать, просыпаться, всегда жить с чувством добра в душе, с чувством Бога. Мы его называем Аллах, кто-то его называет Бог. Поэтому здесь нет разницы ни в национальности. Среди татар есть и православные, среди татар есть и мусульмане. Ну, мы большей частью, конечно, этнические мусульмане. Но вот, к сожалению, вот эта вот приставочка «этнические мусульмане», она немножечко наводит на грусть. Потому что истинная вера, человек с истинной верой не творит зла, творит только добро. Сейчас песня, она немножечко грустноватая, но вы не воспринимайте это как окончание вечера. Оно у нас еще продолжается. Сейчас вы так безгрешны, и буду знать.
Татарский язык, татарские песни, татарскую культуру, которая в Московской области несет татарскую культуру в массы. Великолепную Альфию Шарипову. Кстати, поет не только на татарском. Спасибо. А сейчас мы приглашаем на сцену Зульфию Халилову.
которые являются лауреатами многих конкурсов. Впрочем, и Альфия, это мое упущение, я поэтому выбежал сказать, что Альфия у нас и в Акбарсе участвовала, и во всех конкурсах, и в Татарстане проходящих. То есть все мы ездим по миру. Ну, принимайте следующего артиста. Латы в комедии, казах вальсы. А на нее что ставим? У нее там есть. Отмечается 72 года со дня победы в Великой Отечественной войне. Я хочу исполнить песню, которую специально для нас написали сестры Игнатовы, Ольга и Татьяна, «Прифронтовой вальсок». И Нурия Мухамеджанова. Сожжённый травей у реки, на пик рёстах и
победы с нами вальсок, и отмечает майский денек, праздник победы, любимый вальсок. Идет, не выключайте. Спасибо большое. Я хочу сказать, наш коллектив не из 4 человек состоит, а из 5, потому что вот там рядом со звукооператором Титыш, наш главный человек, который делает всю нашу хронику, и Роза Сараева. И вот эти кадры, они действительно реальны. В прошлом году, 9 мая, когда шел «Бессмертный полк» вот в Москве, Роза снимала, и портрет – это ее папы. Вот поклонимся низко нашим отцам и дедам. И в этом году мы тоже собираемся 9 мая пойти с бессмертным полком, даст Бог, Алабриса. Но и в наши дни есть герои, мы с ними тоже дружим, сотрудничаем. Я сейчас хочу исполнить песню, но песню я сама пишу, как вы догадались, в основном на стихи московской поэтессы Назифы Каримовой. И вот эту песню, следующую, «Аэроплан», мы ее сделали, идея была заслуженного летчика России, заслуженного летчика-испытателя. Он живет в Жуковском. Это Ильдус Керамов. Вот посмотрите обязательно на экран. Называется эта песня «Аэроплан». Он бесстрашный летчик. Вот все, что сейчас будет на экране, это он там в самолете. И что вот он творит на парадах, мы видим также его бойцов. «Аэроплан». Yeah.
спасибо, что пришли. И вот ребят, которые проходят службу срочно, сама я жена офицера, поэтому вам тоже хорошо служить. И от всей души здоровья, и не забывайте о своих близких, почаще с ними связываться. Звонить и вспоминать. Они вас очень любят и хотят, чтобы были настоящими, достойными мужчинами. Чтобы у вас были замечательные семьи, замечательные дети. Даст Бог. Вот хочу спросить. Вот домодедов в каждом городе у нас вот какая-то традиция, что татары бывают разные. В Москве они как все собрались из разных мест. Вот просто хочу поинтересоваться. Интересно, каких краев в городе вот ваши? Пензенские? Поднимите руку. Есть. Ага. Нижегородские? Нет. Татарстанские? Ларашигер, слушайте, я даже не знала, что вы из Татарстана. Спасибо вам большое, потому что мы недавно, я еще возглавляю в Москве женскую организацию, международную, как центр международной организации в Казани, Ак-Калфак. Мы буквально позавчера оттуда приехали, поэтому салям нерсизге. Вот, горячий привет вам из Казани. Прям вот тепло еще здесь. Вот Ак-Калфак. Сидит у нас девочка с красивым калфяки народном татарском головном уборе. Калфак называется. Ну, по-русски калпак, по-татарски калфак. Все очень рядом. Я просто очень много научила других, как бы, национальных, другие национальности петь по-татарски. Надежда Георгиевна Бабкина поет по-татарски. Вот вместе со мной в концертах, уже без меня тоже. И группа «Нана» поет по-татарски, тоже научила, можете в интернете найти. И Марат Башаров, хоть он и татарин, но очень скучает по своим корням и с удовольствием поет. Сейчас вы услышите песню, которую мы вместе с ним исполнили. Он московский татарин, а корни у него нижегородские. Так что всем татарам посвящается Ямкара Олег Кузеля. Смотри мне в глаза, и будешь моим. Или моей.